А сейчас к приятным событиям. Эскизы будущего красноярского аквапарка представили на суд общественности. Всего три варианта от анонимных авторов. Каждый представляет разные архитектурные концепции. Проект стоит около 1 000 000 000 рублей, а закончить его планируют только к 2020 году. Инвестор проекта хочет, чтобы свое мнение по поводу предварительных эскизов высказали мэр, приглашенные эксперты и жители города на посвященном аквапарку сайте. Голосование продлится до 3 октября. Что очень важно, инвестор проекта предлагает провести обсуждение среди красноярцев. Для этого создан специальный сайт, я думаю, об этом будет заявлено, где предполагается провести обсуждение для того, чтобы услышать пожелания красноярцев. А мне бы хотелось, чтобы это стало системой, чтобы такие конкурсы проводились и по другим значимым объектам, общественным пространствам. Если фаворитов окажется несколько, то инвестор постарается объединить лучшие идеи финалистов в один проект. Появится аквапарк около арены «Север». Напомним, ранее там планировали строить торговый центр. Но по мнению опрошенных горожан, их в городе и так слишком много. Помимо самого аквапарка, внутри комплекса должны появиться спортивные залы, бассейн и фудкорты. Ну и наполнение пообещали согласовать с населением. Для этого наняты сразу два рекламных агентства. С помощью своих технологий опросят жители нашего города, которые скажут, правильно ли наше соседство, и что бы они хотели видеть рядом с аквапарком, насколько это будет для них удобно, комфортно. Исходя из этого, мы можем еще поменять тех задания и разместить рядышком с аквапарком то, что будет интересно горожанам.